Сегодня я хочу рассказать о том, почему тест IELTS SDMA является наиболее надежным способом оценки функции почек по сравнению с традиционной диагностикой. Пожалуйста, покажите мне, те, кто находится сейчас в зале, слышали ли вы о SDMA до сегодняшнего дня? Кто слышал? Ну, где-то раз, два, три, четыре, пять человек, да, у нас слышали? Хорошо. Также, по мере того, как мы сегодня будем работать, я хочу обратить внимание на то, что клиническая информация и результаты диагностики должны быть оценены для того, чтобы понять, имеется ли острое поражение почек, активное поражение почек, или же мы имеем дело с хроническим заболеванием почек. И дальше тогда нужно понять, какие шаги необходимо предпринимать, когда диагностируется заболевание почек. И тут я надеюсь, что мы используем кейс или пару кейсов для того, чтобы изучить рекомендации IRIS, Международного общества изучения заболеваний почек. И когда мы подойдем к концу презентации сегодня утром, я использую и ряд малых случаев, меньших примеров для того, чтобы подчеркнуть преимущества ранней диагностики заболеваний почек, и чтобы делать это более надежно. Я думаю, что мы все понимаем, что есть ограничения традиционной диагностики почек и тех тестов, которые у нас сегодня используются. То есть, например, если говорить о креатинине или о АМК, то они являются оба поздними маркерами заболеваний почек. То есть, иными словами, мы не видим повышений креатинина до того момента, как пациент не теряет порядка 75% функций почек. То же самое. АМК является другим поздним маркером, и мы видим его повышение значительно позже в ходе течения заболевания. Креатинин, если вы помните, это продукт распада мышц. То есть, соответственно, если у пациента очень истощавшее телосложение, то их креатинин не обязательно отражает еще степень потери функции почек. То же самое можно сказать и о АМК. Мы знаем, что здесь он может зависеть от других факторов. Это поздний маркер. То есть, например, если пациент получает высокобелковую диету, то может быть АМК искусственно повышен, а если есть заболевание печени, то искусственно АМК в биохимическом анализе может быть занижен. Тогда в чем у нас золотой стандарт измерения функции почек? Я знаю, что многим из нас говорили, что это скорость клубочковой фильтрации, но это не тест, который было бы очень легко провести, потому что тест действительно сам по себе в общей практике очень сложен, и на самом деле его довольно редко проводят. Он также достаточно затратен, и я на самом деле даже видела случаи, где проводятся анализы скорости клубочковой фильтрации, и пациенты в результате попадали в интенсивную терапию с острым поражением почек. То есть, конечно, это не очень такой доброжелательный тест в проведении. Ну и, наконец, у нас есть три анализа мочи. Давайте поговорим об удильном весе мочи. Опять же, это ведущий маркер заболевания почек. Мы видим, что он снижается, то есть снижение в удильном весе мочи связано у нас с тем, что пациенты могут потерять 2/3 или 66% дублярной функции. И также, похоже образом на АМК и креатинин, он попадает под влияние разных факторов. Например, если пациент получает кортикостероиды, или если получает пациент диуретики, или если пациенты проявляют нам признаки полидипсии и полиурии, потому что у них диабет или болезнь Кушинга, все эти факторы могут запросто влиять на нашу возможность аккуратно интерпретировать удильный вес мочи. Наконец, соотношение белка и креатинина в моче. Еще один тест по моче. Мы все знаем, что это тест, который мы не проводим у пациента с активным осадком. Почему? Потому что мы получим ложноположительные результаты, если у этого пациента есть пример бактериурии и пиурии. И это тогда подскажет нам о возможности наличия инфекции мочевых, мочеводящих путей. Если вы вспомните, по руководствам по стадированию рекомендуется субстадирование и
замеры для пациента с каждым из этапов заболеваний почек с первой стадии до четвертой стадии. И мы также можем даже видеть пациентов, у которых нормальное соотношение белка и креатинина, и также микроальбуминурия. На самом деле этого теста в доступной форме сейчас практически нету нигде, но это тест, где вы можете получить немалое количество ложноположительных результатов, по большей части потому, что этот тест не забирает только альбумин в моче, а он обнаруживает и также другие белки, то есть он не очень специфичен для функции почек. В результате мы понимаем, какие существуют ограничения в нашей традиционной диагностике, и Айтекс тогда поэтому разработал и валидизировал клинический тест, который даст возможность нам измерять скорость клубочковой фильтрации у кошек и собак. Этот тест называется СДМА. Что такое, собственно, СДМА? СДМА у нас называется симметричный диметиларгинин. Что это? Это метилированная форма аргинина, которая высвобождается, когда происходит протеолиз или распад белка в митохондрии всех ядросодержащих клеток организма. То есть не только мышечных клеток, как в случае с креатинином, но во всех клетках ядросодержащих организма, и в мышечных, и в сердечных, и мы получаем возможность увидеть очень стабильную ежедневную продукцию СДМА как части нормальной клеточной активности. Один из других компонентов касательно СДМА, который будет уникален и который отличается от других метилированных аргининов, которые продуцируются в результате этой реакции протеолиза, в том, что он практически полностью выводится почками, выделяется почками. То есть от 95 до 96% СДМА выделяется почками в моче. То есть если у пациента снижена скорость клубочковой фильтрации или плохая функция почек, мы увидим, что выделяется в моче меньше СДМА, и более высокие уровни СДМА нам будут сопутствовать в крови. То есть, соответственно, это тест по крови или по сыворотке. Это не тот тест, который вы можете проводить по моче. СДМА, также, как было показано, является одобренным почечным биомаркером. Это было доказано и на людях, и на собаках, и на кошках в 2015 году. Айдекс запустил СДМА в широко доступном виде, как тест в Северной Америке, и произошел глобальный запуск и по другим странам, где у Айдекса есть референсные лаборатории. В этом году, в сентябре 2018 года, Айдекс запустит СДМА как опцию для Catalyst One и СДМА с общим Т4 на клипе в пакете реагентов. Таким образом, вы сможете иметь возможность этим тестом пользоваться в России, если у вас есть Catalyst 1 или Catalyst DX платформа. Это даст возможность вам оценить скорость клубочковой фильтрации, используя СДМА и в условиях реальной работы. Итак, почему СДМА является более надежным, чем традиционные средства диагностики? СДМА более чувствителен, чем креатинин, и также надо отметить, что повышается он раньше, чем креатинин. Как я уже говорила раньше, креатинин повышается только за пределами референсного интервала, когда уже 75% функции нефральной массы утеряна у пациента. СДМА, как было показано рядом множественных исследований, может повышаться при уже потере 25% функции почек и в среднем на этапе потери 40% функции почек. Существовали основательные исследования, которые были опубликованы доктором Мэри Набити из Техаса, которая изучала корреляцию между СДМА, креатинином и скоростью клубочковой фильтрации у собак. И доктор Джин Холл из Орегонского университета также опубликовала
несколько рецензированных статей в журнале внутренних болезней и изучала она корреляцию СДМА и креатинина и скорости клубочковой фильтрации у кошек. Почему СДМА является тестом более надежным, чем наша традиционная диагностика? На самом деле СДМА является тестом более специфическим, чем креатинин, потому что, как я уже говорила раньше, на креатинин оказывает большое воздействие сухая мышечная масса, в то время как на СДМА нет. СДМА не зависит от сухой мышечной массы, СДМА не зависит от продвинутого возраста животного и также, безусловно, не зависит ни от каких сопутствующих заболеваний, которые могут диагностироваться у пациента. Например, это может быть сердечное заболевание, заболевание печени. Ни одно из них не повлияют на результаты СДМА. Если посмотреть на пациентов на верхней половине слайда, то вы сможете себе представить, что при той же степени потери функции почек они, наиболее вероятно, не будут иметь креатинин такого же уровня, как пациенты в нижней половине нашего слайда, потому что у них недостаточно мышечной массы, они потеряли достаточно большой объем массы тела. И слишком много внизу на нашем слайде потеряли пациенты. Что мы видим? Что когда пациенты очень сильно истощаются, креатинин не отражает функцию почек, а СДМА, потому что на него не влияет сухая мышечная масса, будет более точно отражать нам данные. Поэтому он более специфический, чем креатинин. Как убедиться в точности этого теста? Более 40 рецензируемых публикаций вышло в ветеринарной литературе. Если посмотреть на Google Scholar и в других любых поисковиках, которые вы используете, и просто ввести туда СДМА, вы увидите несколько рецензируемых публикаций, которые уже вышли. Также, как руководитель по медицинскому маркетингу в IDEX, я отвечаю за управление нашей франшизы по почкам. В настоящий момент у нас более сотни исследований проходят по всему миру по СДМА. Таким образом, если вы будете следить за информацией, вы увидите еще ряд публикаций, которые не будут в ближайшее время выходить. И к тому моменту, как у вас выйдет СДМА с общим Т4 в следующем году, вы уже сможете получать доступ к большому количеству этих статей. Также группа IRIS, независимая международная группа хорошо известных ветеринарных нефрологов, одобрила СДМА, и в 2015 году СДМА IRIS включила в руководство IRIS по стадированию. И мы будем немного об этом говорить по мере того, как будем двигаться дальше сегодня с нашей с вами презентацией. Также существует ряд публикаций по человеке касательно именно СДМА. Это не молекула, созданная Айдексом. СДМА существует уже очень давно. Что сделал Айдекс? Мы автоматизировали и обеспечивали клиническую валидизацию для тестов СДМА. И на самом деле СДМА айдексовский – единственный клинически валидизированный тест для собак, который используется в мире. Существуют и другие, но они пока еще не валидизированы клинически для кошек и собак. Для человека пока СДМА в автоматизированном виде тестовом не существует. Мы сейчас работаем с нашей группой исследований и развития вместе с ельскими исследователями, которые помогут нам разработать автоматизированный тест. Значит, у пациентов в будущем, я надеюсь, эта возможность будет для всех пациентов во всех случаях по мере того, как он станет стандартом помощи кошкам и собакам. Откуда же мы знаем, что тест точный? На самом деле, один из ельских исследователей сказал, что креатинин – это сейчас как 50-е годы, а СДМА – это следующая интересная молекула, на которой нам стоит заострить внимание для заболеваний почек. Когда проводить СДМА у пациентов? Очень часто мне задают этот вопрос. И я на самом деле действительно верю в то, что ценность проведения СДМА-теста заключается в том, что вы
не подозреваете, что у пациента может быть заболевание почек, и вы получаете результаты, где вы видите повышенное СДМА, и тут подходите к этой диагностике заболевания почек совершенно для себя неожиданно. Иными словами, это подходит для всех пациентов во всех случаях. И я покажу вам по мере того, как мы будем проходить по нашим кейсам сегодня утром, что результаты, которые вы получаете клинически, действенные. Также хочу отметить, что именно потому, что СДМА – биомаркер, который коррелирует очень хорошо с скоростью клубочковой фильтрации, он может повышаться и в активном, и в остром поражении почек, но также дает нам и возможность диагностировать и вести хроническое заболевание почек. Когда и почему нужно проводить СДМА у всех пациентов? Я думаю, что мы все согласимся с тем, что заболевание почек является распространенным. На самом деле, если посмотреть на публикации доктора Дэвида Пульсона или доктора Джоди Люлича Университета Миннесоты, то вы увидите, что там сообщаются данные о распространенности, и что со временем мы видим, не менее чем у одной из трех кошек, у одной из десяти собак возникает какая-либо форма заболевания почек в течение их жизни. Далее я хочу даже сказать, что если кошки живут достаточно долго, очень вероятно, что в какой-то момент их жизни у них действительно разовьется заболевание почек. Тогда реальность такова, что заболевание почек общее и распространенное. Если мы можем его диагностировать раньше, а не позже, мы можем начать лечить и управлять этим заболеванием значительно на более раннем этапе. Когда мы диагностируем заболевания почек у кошек и собак. На самом деле, мы даже можем увидеть, что наши пациенты поступают с клиническими признаками заболевания почек. Могут быть клинические признаки рвоты, анорексии, потери веса, полиурии, полидипсии. И у нас может быть достаточно высокий индекс клинический для подозрения о том, что необходимо провести биохимическое тестирование для того, чтобы посмотреть, нет ли у нас здесь заболевания почек. Мы также, может быть, захотим это сделать во время профилактического осмотра. Кто-то из нас делает их более или менее часто. Возможно, во время доанестетического скрининга или во время тестирования дохирургических процедур у каких-либо из наших пациентов. Что, если пациенты поступают с признаками клиническими других заболеваний, например, со стороны желудочно-кишечного тракта, это может быть рвота, диарея? Эти признаки могут говорить о возможности панкреатита. Тут может быть и сопутствующее заболевание почек, которого мы не ожидали, но на основании результатов СДМА мы можем этот диагноз выставить о том, что имеется сопутствующее заболевание почек. Ну и, конечно, когда мы лечим гипертиреоз у кошек, а об этом я расскажу более подробно во второй половине нашей презентации, нам эти данные будут интересны и необходимы. Я думаю, что очень многим будет это важно знать. У многих кошек с гипертиреозом имеется заболевание почек. И часто оно пропускается именно потому, что метаболизм очень высокий. А теперь давайте начнем прямо с кейсов. Мы с вами займемся Молли. Вот Молли, ее полный анализ крови. Вот это скриншот из IDEXовского WebConnect Plus. И что мы здесь имеем? Мы здесь получаем возможность посмотреть результаты не только в цифровом виде, но также посмотреть и на линейке справа, посмотреть на скорости и понять, как соотносятся с нормой и с референсным диапазоном эти наши результаты. Что мы видим здесь? Здесь мы видим полный анализ крови Молли, и здесь практически аномалий значимых никаких нет. Вот это Молли, биохимический ее профиль, и мы видим, что креатинин у нее в норме, АМК вполне в норме, но, что интересно, у нее очень высокий СДМА, 20 микрограмм на децилитр. Обычно норма – это где-то 40 микрограмм на децилитр. Также у нее несколько низкий общий белок и глобулин. И мы поэтому с вами давайте посмотрим. Можем ли мы диагностировать у Молли хроническое заболевание почек? Сколько человек скажет нам «да» на хроническое заболевание почек? Сколько человек скажет нам «нет»? Хорошо.
мы сегодня все стесняемся. Значит, нам нужна какая-то дополнительная клиническая информация, и я согласна с вами, что мы не можем сейчас на этом этапе диагностировать хроническое заболевание почек у моли. Нам нужна дополнительная клиническая информация. Итак, что мы тогда знаем о моли? Аппетит, потеря веса, рвет ли моли, если полиурия, полидипсия? И если такие признаки у нее есть, знаем ли мы тогда, какова продолжительность их наличия? Мы даже не знаем о том, какие данные ее физикального обследования. Не обезвожена ли она, что дает абдоминальная пальпация при прощупывании почек. И как мы можем задокументировать любые данные по азотемии? Безусловно, я знаю, что они будут основаны на руководствах IRIS. И мы при этом все помним, что IRIS рекомендует не диагностировать заболевание почек на основании какого-то одного параметра. Это должен быть тренд. Тренд движения креатинина и теперь также и тренд изменения СДМА. Нам необходим будет анализ мочи. Ну, здесь никаких слов не будет достаточно для того, чтобы сказать, насколько важно это. Для того, чтобы полностью оценить функцию почек, надо понимать, что происходит с анализом мочи. Экспонировалась ли молли какому-либо лечению, каким-либо препаратом или токсином, которые могли повлиять на ее почки, и была ли у нее экспозиция или защита от инфекционных заболеваний, что также могло повлечь за собой какого-то типа гломерулонефрит. Я думаю, что все мы понимаем, что заболевание почек – заболевание необратимое, и очень часто оно прогрессирует. Поэтому нам очень важно, что когда мы диагностируем, мы должны достаточно твердо понимать наш диагноз и быть в нем уверенным перед тем, как мы сможем вести обсуждение с нашими владельцами. Я думаю, что достаточно важно понимать, может ли у пациента быть какое-то активное поражение, сопутствующее хроническому заболеванию почек, и можно ли его потенциально вылечить и обратить вспять для того, чтобы помочь функции почек. А теперь давайте я вам немного расскажу по-настоящему о молли. Молли – семимесячная самка породы шицу, и она явилась к ветеринару по поводу аварии гистерэктомии. Она была здорова, получена в возрасте 2 месяцев от заводчика. Находилась она в доме и выходит за пределами дома в районе Pacific Northwest, это в США. Вакцинация у нее была полная, включая и вакцинацию от лептоспироза и бешенства. Она получала средства от Bloch Revolution и недавно было добавлено Comfortis. То есть, иными словами, она, безусловно, проходила профилактику от блох и клещей и также получала питание для щенков Kirkland Signature, и были отдельные случаи мочеиспускания дома. Что мы обнаруживаем при физикальном обследовании молли? Ну что же, во-первых, молли сообразительно, хорошо реагирует, водный баланс в норме, температура, пульс и дыхание все в норме, оценка упитанности в баллах 5-6 из 9, ну немножко толстушка, что тут скажешь. И масса тела у нее 6,6 фунтов, то есть 3 килограмма. Ее исходный диагностический план, план обследования до аварии гистерэктомии был какой? Общий анализ крови, клинический анализ крови, биохимический анализ крови, включая IDEX-SDMA, и также она получила SNAP-4DX+. Теперь давайте мы вернемся к результатам биохимического анализа молли. Здесь вы увидите результаты и также увидите, что АМК и креатинин в референтном диапазоне. Если посмотреть на скоростные полоски, мы видим, что 20 микрограмм на децилитр USDMA IDEX достаточно высоко и общий белок. Возможно, это потому, что молли щенок, и, возможно, у нее низкий глобулин и немножко заниженный белок. Теперь
Хочу кратко вам сообщить, что мы предполагаем, что у щенков может быть другой референтный интервал по сравнению со взрослыми собаками. Недавно мы завершили клиническую валидизацию для щенков. И что же мы обнаружили? Мы обнаружили, что щенки имеют более высокий референтный интервал по СДМА. Их референс может повышаться до 16 микрограмм на децилитр по сравнению с 14 микрограмм на децилитр у взрослых. Почему мы считаем, это происходит? Это происходит потому, что здесь гораздо меньше клеточный оборот, потому что щенки активно растут. Соответственно, гораздо более вероятно будет клеточная генерация СДМА происходить, и их референсные интервалы будут несколько повыше, чем у взрослых собак. Тогда мне задают вопрос, а когда заканчивается щенячество? Ну, я думаю, как ветеринары практики, здесь мы с вами все согласимся в том, что, наверное, это зависит от породы и от размера собаки. Мы можем определить щенков, у которых будет очень малый временной интервал. И щенячество определяется как возраст до 1 года. Теперь, клиническая валидизация референтного интервала для котят тоже интересна. Мы обнаружили, что их референтный интервал очень схож со взрослыми кошками. Некоторые котята, которые находились в исследовании по референтному интервалу, подвергались седации, и мы полагаем, что седация снижает их системное кровяное давление, что могло также повлиять на скорость клубочковой фильтрации. У седированных котят референтный интервал был несколько выше, чем 14. Когда мы забираем кровь, до проведения любых процедур у котят нужно ожидать, когда начнете пользоваться тестом СДМА, что если у вас котенок не подвергся седации, то референтный интервал у него будет очень схож со взрослыми кошками. Ну а теперь давайте возвращаться к нашей Молли. Что же нам с ней сделать? Игнорировать, может быть, СДМА-20. Достаточно высокий вообще показатель. Сделать ли операцию по удалению яичников и матки и проигнорировать СДМА? Проверить ли повторное СДМА через несколько недель? Измерить ли артериальное давление? Мы все знаем, что Айрис рекомендует субстадирование. Каждая из стадий Айрис предполагает измерение кровяного давления. Нужно ли выполнить посев мочи? Мы даже еще пока с вами анализы мочи не сделали, значит, об этом нам нужно будет подумать. Радиограммы, рентгенограммы. Делать ли нам рентгенограммы? Так, что решил наш ветеринар Молли? Она решила перенести, отложить удаление яичников и матки и провести диагностический алгоритм Айрис вместо этого, предварительно, до этого. Этим мы и займемся. Алгоритм диагностики с помощью теста IDEXX SDMA. Выглядит он вот так. Если вы копии не получали, то вы можете это загрузить на idexx.eu. SDMA-RU и получить этот алгоритм диагностики. Он состоит из двух частей. В первой части мы увидим, что делать при условии, что результаты СДМА выше 20 микрограмм на децилитр или равны этому параметру. Если в диапазоне 15-19 микрограмм на децилитр, что делать? И дальше. По мере того, как вы идете по разным шагам, вы понимаете, что надо будет проводить анализ мочи и вероятность постановки диагноза болезни почек. Далее, когда вы поняли, что вероятно заболевание почек, вы хотите действовать немедленно. Результаты клинически реализуемы. Значит, что мы сделали? Мы создали протокол, который называется Investigate, Manage, Monitor. То есть изучай, управляй, мониторь. И этот протокол в этом случае с нашей Молли мы и применяем.
Но давайте мы с вами вернемся к верхней части этого алгоритма, которая здесь специально представлена крупным планом, для того, чтобы вы могли увидеть. Вот здесь показывается верхняя часть алгоритма. И мы знаем, что уровень SDMA Molly 20. Стало быть, что нам делать теперь? Теперь, когда мы знаем, что ее результат 20 микрограмм на децилитр. Хорошо, смотрите, я уже говорила ранее о том, что очень важно провести полный анализ мочи, когда мы оцениваем функцию почек. Это будет означать провести физикальное обследование, биохимическое обследование и провести микроскопическое анализ осадка. Давайте посмотрим на анализ мочи нашей Молли. Что мы видим на экране? Немножко неадекватный удельный вес мочи. 1,022 у большинства собак где-то 1,030 или выше должен быть, или 1,035 у кошек. Что мы еще видим по анализу мочи Молли? Мы видим, что лейкоцитов от 6 до 10 и умеренное количество бактерий. Таким образом, пиурия и бактериурия имеются, и предполагается, что у нее, наверное, может быть инфекция нижних мочеводящих путей. Теперь мы провели с вами полный анализ. Теперь мы знаем, что заболевание почек вполне вероятно. И дальше мы можем переходить к следующей части алгоритма и далее реализовывать наш протокол «Изучай, управляй и мониторь». А что, если СДМА было бы 18 микрограмм на децилитр? Что тогда мы бы делали? Давайте посмотрим на другую часть этого алгоритма. Если СДМА было бы 15 микрограмм на децилитр, то мы по-прежнему, как часть полной оценки функции почек, должны были бы провести анализ мочи. Ну, что бы еще мы с вами сделали следующим этапом? Мы бы начали думать о том, есть ли другие данные в пользу болезни почек. Иными словами, насколько удельный вес мочи актуален или не актуален для этого пациента. Есть ли активные осадок, есть ли данные в пользу бактерий или лейкоцитов, и может ли это означать протеинурию или высокий СБК. Мы знаем, что значительно более низкие параметры могут считаться протеинурией у собак, на самом деле больше, чем 0,5 – это протеинурия у собак и 0,4 у кошек. Также мы хотим вернуться назад и подумать, а был ли в анамнезе фактор снижения аппетита, полиурия, полидипсия и была ли потеря веса. Вероятно, мы имеем дело с почечной аномалией. И нам, перед тем, как делать такое заключение, надо оценить все остальные параметры почек. Соответственно, нас здесь интересует фосфор, интересует АМК, и помните, по руководству Айрису мы также знаем, что мы можем диагностировать заболевание почек, даже если креатинин в референтном интервале, но мы видим увеличение тренда. Соответственно, мы начинаем выставлять тренды значений, иными словами, пытаться понять не одно конкретное значение вне референсного интервала, а оценить их целиком. Также нам очень важно понять, возможно ли, что у пациента нерегенеративная анемия, и что, если другие диагностические данные имеются, нам дают. Например, есть ли гипертензия, есть ли какие-то аномальные явления на рентгенограммах. Если думать о Молли конкретно, когда мы задумываемся о том, есть ли какие-то другие признаки в пользу заболевания почек, у нее неадекватный удельный вес мочи, помните, 0,22, и очень активный осадок в моче с присутствием бактерий и лейкоцитов. Значит, мы провели с вами наш полный анализ мочи и изучили, что происходит, если у нее, скажем, 18 микрограмм на децилитр. Мы посмотрели и на другие данные заболевания почек, и
понимаем, что тут еще может поддержать наш диагноз. Если результат СДМА был бы 18 микрограмм на децилитр, то мы применяем тестовый алгоритм. И тогда заканчиваем с тем же диагнозом, который говорит о том, что заболевание почек вероятно, и нам нужно будет действовать немедленно, сразу. А теперь давайте мы с вами подумаем о протоколе Investigate, Manage and Monitor. Исследуй, управляй и мониторь. Давайте посмотрим диагностическую оценку моли. Заболевание почек возможно, вероятно, действительно надо будет незамедлительно. И на этом этапе можем ли мы действительно сказать, что у моли острое заболевание почек или хроническая болезнь почек? Ну, я считаю, что у нас с вами пока недостаточно информации, чтобы такое утверждать. Но какие этиологии мы здесь можем заподозрить? Это щенок, молодой. Таким образом, некоторые инфекции очень вероятно возможны. В нашем списке дифференциального диагноза может быть пиелонефрит, как насчет лептоспироза, может быть болезнь Лайма. Это молодая собака, щенок, шицу. И мы все, наверное, помним, что шицу имеют предрасположенность к наследственным заболеваниям почек, в особенности к разным степеням почечной дисплазии. Таким образом, это нам обязательно необходимо как дифференциальный диагноз. Один из. Могла ли она экспонироваться чему-то токсичному? Когда я это вижу, я не имею здесь в виду какую-то причину, которая может повлечь острую нефротоксичность, например, тиангликоль или антифриз. Может быть, что-то более умеренное. Может быть, например, она получала какие-то лакомства, которые, как нам рассказывают в новостях, нефротоксичны. Может быть, какие-то вяленки, сухие лакомства, виноград, изюм, лекарственные препараты нефротоксичные. И есть другие моменты, которые необходимо рассмотреть. Может быть, это гломерулонефрит, тубулоинтерстициальное заболевание, которое более часто мы встречаем у кошек. Может быть, неоплазия, безусловно, которое мы видим у пациентов более продвинутого возраста. Итак, когда мы хотим изучить и понять, что мы имеем, нам надо понять его причину. И здесь надо провести ряд исследований. Это посев мочи. Нам необходимо проверить чувствительность к антибиотикам и посев мочи сделать на флору. Далее тест на инфекционные заболевания для того, чтобы посмотреть, есть ли лептоспироз, болезнь Лайма, эрлихиоз, ретровирусное тестирование в случае кошки. Это может быть лейкемия кошек, это может быть ВИК, ИПК, токсоплазмоз. И даже, может быть, нам стоит задуматься о диагностической визуализации. Может быть, камни, конкременты, пиелонефрит. И дальше нам нужно будет вернуться и снова изучить историю. Экспонировались ли они токсином или потенциально нефротоксичным препаратом. Также надо понять, какие могут быть условия, затрудняющие интерпретацию заболеваний. То есть статус гидрации, давление. Есть ли данные в пользу протеинурии. И, конечно, когда мы работаем с кошками, нам очень важно оценить и состояние щитовидной железы. У моли был проведен тест SNAP4DX, и, видите, результаты были негативные по всем шести патогенам, которые тестируются. То есть и сердечный червь, и эрлихиоз, и анаплазмоз, и болезнь Лайма дают нам отрицательный ответ. Следующий тест, который мы провели у Молли, это было ультразвуковое исследование. И, может быть, трудно вам будет это сейчас увидеть здесь, но что вы увидите на основании данных, это то, что была дилатация тазовая, то есть двустороннее расширение почечной лохатки с обеих сторон. Мы видим
несколько сниженную толщину корковых слоев почек, незначительное уменьшение почек в размерах и, как я уже говорила, незначительное двустороннее расширение почечной лоханки, заключение – почечная дисплазия и также сопутствующий пиелонефрит. Таким образом, не только были данные в поддержку инфекции нижних мочевыводящих путей, которые мы видели при анализе мочи, но также мы видим и восходящую инфекцию в почке и видим сопутствующий пиелонефрит. Также, что будет следующей наилучшей практикой, наилучшей моделью для действий с Молли? Я бы предложила, что если мы с вами ведем этот кейс, нам нужно было бы сделать посев мочи и антибиотикочувствительность проверить, потому что нам действительно нужно с вами понять, какой здесь положительный агент этой инфекции и применить адекватные антибиотики для того, чтобы его пролечить. К сожалению, это не было сделано в случае Молли. Она получала эмпирическую терапию антибиотиками. Как мы ведем Молли? Это уже следующая часть протокола, о котором я говорила. Мы определились, что у Молли есть какое-то первичное заболевание или затрудняющее диагностику заболевания, и также мы видим, где ее результаты СДМа и ее креатинин, как менялся на момент посещений. И также нам надо понять, как нам вести Молли. Здесь существует ряд разных шагов, которые мы хотим рассмотреть как опцию, когда мы будем проводить молли-анестезию также. И я несколько позже более подробно о них расскажу на следующем слайде, потому что это чрезвычайно важно. Очень важно это понимать, потому что ведение пациентов с нарушенной функцией почек очень сильно осложнено, когда у них заболевание почек. Значит, мы хотим поддержать перфузию. Перфузию не системную, а почечную. И какие методы можно использовать? Как нам пациентов поставить на внутривенную жидкостную терапию до операции, после операции очень часто и во время операции? Также нам необходима хорошая оксигенация тканей и максимизировать возможность проводить кислород в организме. Для этого нам надо добавить дополнительный кислород. То есть сначала мы проводим оксигенацию до периода введения анестезии. Далее при интубации нам необходимо обеспечить полную оксигенацию с ингалянтом-анестетиком. Очень важно для пациентов с заболеваниями почек избежать гипотермии, потому что мы прекрасно все понимаем, когда падает температура тела, также падает и артериальное давление, и пациент входит в системную гипотонию, и также будет снижаться кровоток почек и скорость клубочковой фильтрации также. И от этого функция почек у пациента станет хуже. Потенциально очень важно поддерживать тепло в организме пациента, который проходит анестезию. Я считаю, что необходимо отслеживать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, мониторить ритм сердца, асимметрию, аритмию, проводить оксигенацию. И также мне представляется, что максимально важно избегать нефротоксичных препаратов. Я думаю, что многие из нас в этом зале, в обычной рутине, используют нестероидные противовоспалительные препараты для кастрации, для постоперационной анальгетики. Но очень многие из них выводятся именно почками. Поэтому, безусловно, нам нужно ограничить использование в таких случаях этих препаратов, что сделал ветеринар Мори. Молли использовали бупринорфен, опиоид для постоперационного обезболивания после удаления яичников и матки. Когда мы ведем этих пациентов, мы
помещаем их на питание, поддерживающее почки, обеспечиваем им воду питьевую, и также необходимо знать о том, как их мониторить. Мы определились с тем, какая основная проблема. Мы провели операцию после того, как вылечили инфекцию, и теперь нам нужно Молли перепроверить, как выглядят ее результаты проверки. Что мы видим на экране? Мы видим повторную биохимию. Ее креатинин и АМК по-прежнему в норме. Результаты СДМА после терапии по поводу инфекции нижних мочеводящих путей и пилонефриту очень симпатично снизились до уровня 12 микрограмм на децилитр, и теперь они попадают в референсный интервал. Также повторный анализ мочи был взят цистоцинтезом, и тут мы видим, что ее удельный вес мочи улучшился и дошел до гораздо более адекватной концентрации 1,037. Также у нее был проведен посев мочи, и не было никаких данных в пользу никаких бактериальных популяций. Соответственно, мы видим, что мы пролечили и восходящую инфекцию в ее почку, и подлежащие этому бактериальные инфекции. Однако мы видим по левой почке, что у Молли еще имеются данные в пользу дисплазии почек. Мы знаем теперь, что мы с вами успешно пролечили пиелонефрит. У Молли по-прежнему имеется дисплазия почек. У нее низкая форма, но это может прогрессировать в течение всей ее жизни. Значит, у нее хроническое заболевание почек. Это пациентка, на которую, когда мы смотрим ее результаты СДМА и ее функцию почек, мы видим, что все нормализуется на основании результатов СДМА. Мы видим, что у нее будет хроническая болезнь почек, которая будет прогрессировать в течение всей ее жизни, потому что мы не можем обратить вспять дисплазию почек для этой пациентки. Что нам с вами важно рассмотреть? Инициацию адекватной терапии на основании международных рекомендаций по стадированию болезни почек. Некоторые из вас эту инфографику уже, наверное, видели. И группа IRIS приезжала в IDEX и просила нас с ними поработать в 2015 году на очень крупном заседании, которое происходило в Калифорнии, в Напа. Что IRIS решили делать? Они решили работать с IDEX для того, чтобы помочь создать инструмент, который поможет всем нам, ветеринарам, диагностировать, стадировать и лечить хроническое заболевание почек у кошек и собак. Что мы видим по инфографике? Что на каждом этапе IRIS возникают разные диапазоны креатинина. Но интересно, что на очень ранних этапах хронической болезни почек, на первой стадии или на второй даже стадии, наши пациенты клинически еще не имеют никаких симптомов. Обычно клинические признаки отсутствуют. Мы часто видим, как клиенты приводят животных, когда они болеют. А болеют они уже на продвинутых стадиях, на стадиях 3 и 4. Таким образом, нас весьма ограничивает то, что мы можем сделать для этих пациентов на более поздних этапах заболеваний. Однако сейчас с СДМА вы можете диагностировать этих пациентов так рано, как даже на первой стадии хронической болезни почек, потому что, когда вы получите летом 2018 года СДМА здесь, в России, и вы увидите результаты выше 40 микрограмм на децилитр, и увидите, что у них высокие значения креатинина или даже нормальные, вы сможете изучить оба диапазона и уже тогда сделать диагноз. Когда мы эти результаты видим, мы понимаем, что можем стадировать Молли как пациентку с хроническим заболеванием почек. Вот как выглядит инфографика IRIS.
Что нам рекомендует IRIS? При SDMA выше 14 посмотреть на коррелирующий референтный интервал по креатинину для того, чтобы понять, какой стадии мы припишем этого пациента, стадию 1 или стадии 2. Если у вас значение SDMA выше 25 или равно 25 микрограмм на децилитр, и у вас пациент достаточно худой или истощенный, или потерявший большой объем сухой массы тела, тогда вполне вероятно, что у этого пациента креатинин находится на этапе потери функции почек, который еще не оценен должным образом. То есть, когда мы видим SDMA 25 и выше, то я считаю, что этих пациентов нужно переходить со второй стадии на третью стадию. Также, если у пациентов значение 45 микрограмм на децилитр или больше, то рекомендуют таким истощавшим пациентам перевод со стадии 3 на стадию 4. Итак, безусловно, моли у нас попадает на стадию 1. А теперь давайте подумаем, что мы сможем делать с моли на основании вот этих руководств по стадированию. И, опять же, они доступны на IDEX.EU SDMA. Это веб-страница, где можно загрузить эту инфографику в документе PDF. Итак. Очень часто меня спрашивают, что можно сделать, если диагностируется заболевание почек на раннем этапе. На основании рекомендаций IRIS существует ряд различных руководств по терапии, которые можно рассмотреть. Итак, одна из вещей, которые можно учесть, это обследование, какие могут быть первичные заболевания, что мы уже сделали с МОРИ. И таким образом, проведя анализ первичных заболеваний, мы нашли почечную дисплазию и нашли пиелонефрит. Также были ли использованы в анамнезе нефротоксичные препараты? Когда мы проводили кастрацию моли, нам очень важно было понять, как ее обезболивать уже после операции. Также для нас совершенно необходимо быть уверенными в том, что владельцам мы сообщили о наличии хронической болезни почек у моли, которая будет прогрессировать в течение всей ее жизни. Таким образом, очень важно на этом раннем этапе предоставить ей питьевую воду абсолютно в течение всего времени. Также необходимо, наверное, подумать о том, какое питание получает моли. Хорошее ли питание у нее с биодоступным протеином для того, чтобы управлять ее уровнями фосфора по тем рекомендациям, которые нам дает IRIS. И также нужно подумать, может ли быть доренальная и постренальная аномалия у пациента. Если, например, у собаки начинается рвота, возможно ли здесь допочечная изотемия? И если, например, имеются какие-то конкременты, необходимо вспомнить о том, что собака породы шицу, у них есть генетическая предрасположенность к мочекаменной болезни, и тогда у нее может возникнуть постренальная изотемия. Здесь мы поговорили с вами о моли, а теперь давайте встретимся с Бес. А вот и Бес. Бес. 15-летняя стерилизованная домашняя краткошерстная самка. И она поступает к ветеринару по поводу острой частичной анорексии. Животное здорово, не было никаких беспокойств, не наблюдалось потери веса. В доме несколько кошек. Она содержится только в доме, не выходит. Ее питание включает IAMS Proactive Health. Это диета Senior Plus. Она привита вовремя. Никакие препараты не получает. Рвоты, диарея, кашли, чихания нету. И полидипсии нету. Однако владелец говорит о том, что больше по размеру комки помета она наблюдает, но достаточно сложно сказать, принадлежат ли они именно этой кошке, потому что кошек, как мы говорили, в доме несколько. Итак, что мы видим в физикальном обследовании? Мы видим спокойствие, хороший водный статус, пульс 170 ударов в минуту,
22 вдоха в минуту. Оценка упитанности в баллах 5 из 9. Имеется умеренный зубной налет, шейно-воротниковая зона в норме, щитовидная железа не увеличена при пальпации, при аускультации грудной клетки легкие чистые в пределах нормы, и также пальпация живота ничем не знаменательна в пределах нормы, за исключением, пожалуй, того, что немного уменьшены почки, но тем не менее они при пальпации и на взгляд гладкие и симметричные. Итак, если мы будем говорить о том, какие еще сопутствующие факторы у 15-летней кошки есть, мы будем здесь до завтра. В общем, в целом, я думаю, что нам нужно сосредоточиться на плане диагностики для БЕС. Что это у нас такое? Биохимический анализ крови. Полный биохимическая панель с учетом СДМА и общего анализа мочи. Также общий Т4 был проведен, СПЕК-ФПЛ-тест для того, чтобы исключить панкреатит. Также ретровирусное тестирование на иммунодефицит и на лейкемию кошек. И рентгенография была проведена грудной и брюшной полости. Что мы видим здесь? Ну, к сожалению, мелковат, конечно, слайд будет. Но, видим, была проведена биохимия, и красным здесь помечены аномальные результаты. В верхней части этапа экрана мы видим, что ее АМК и креатинин вполне в норме, но при этом у нее высокий уровень СДМА. Может быть, вам достаточно сложно это будет разглядеть, но ее СДМА превышает 20. На самом деле это где-то 25 микрограмм на децилитр. Если посмотреть на нижнюю часть экрана, вы увидите, что ее общий Т4 находился в пределах нормы. А теперь давайте посмотрим анализ мочи БЭС. И я думаю, что здесь вы отметите, если вам эти анализы, результаты видны на экране, что ее удельный вес мочи достаточно занижен. Такой удельный вес мочи достаточно неадекватен. То есть это 1,04 – это очень неадекватный удельный вес мочи. Нет никаких данных в пользу активного осадка. Без. Также, если вспомните, проходила рентгенографию, и здесь вы увидите уменьшенные левую и правую почку двусторонние. Также был проведен посев мочи, который показывает, что никакого бактериального разрастания здесь нет. Соответственно, исходное начальное лечение по поводу частичной анорексии должно включать эмпирическое лечение по поводу острого гастроэнтерита и использовался консервированный корм для улучшения пищеварения. Было обнаружено, что аппетит улучшился, и далее ее лабораторные результаты были повторены через две недели. Давайте посмотрим, что дали нам эти анализы через две недели. Что мы здесь видим? Мы видим, АМК увеличилось несколько, креатинин по-прежнему находится в пределах нормы, результаты айдесовские СДМА по-прежнему достаточно высоки. То есть с 23 до 25 микрограмм на децилитр мы добрались. Также было проведено субстадирование, как рекомендует АДЕКС, а именно измерено кровяное давление и соотношение белка и креатинина. Здесь мы видим постоянную гипотонию, 175 миллиметров ртутного столба. Вот это изображение, которое нам сообщают о том, как выглядит масса тела БЕС со временем. И что мы здесь видим? Мы видим, что БЕС потеряла некоторый объем массы тела. На самом деле она потеряла мышечный объем. А если выстроить тенденцию ее веса с 12 по 15 год, то вы увидите, что на самом деле ее вес снизился. И это важно, потому что
по мере старения некоторые кошки теряют массу тела, а на самом деле по большей части они теряют мышечную массу. Одна из вещей, которые предлагает Мировая ассоциация малых животных, это руководство, которые должны помочь нам понять, как работает бальная шкала оценка состояния кошки. Они, эти шкалы, существуют в электронном виде, доступны у нас на сайте. А также здесь имеется то, что, наверное, вы не видали раньше. Это диаграмма бальной оценки состояния мышечной массы. То есть мы видим, что очень многих пожилых пациентов, не только у кошек, но и у собак, имеется потеря мышечной массы со временем. И поэтому и бальная оценка по шкале состояния тела и по состоянию мышечной массы должна быть проведена, потому что здесь мы понимаем, как проводить пальпацию, по позвоночнику, например, по лопаткам. И это основана диагностика на объеме мышечной массы, и может пациенту быть присвоен определенный балл. Если посмотреть на соотношение белка к креатинину в моче, как и на АМК, и на результаты артериального давления, мы посчитали, что наш бес где-то на второй стадии. Ее СДМА 25 микрограмм на децилитр. То есть мы сейчас помним, когда мы обращаемся к бес, что она потеряла немалый объем мышечной массы, и также она потеряла и вес. Значит, что бы я предложила для такой кошки? Предлагаю перенести на одну стадию выше. Таким образом, я бы стадировала не хроническое заболевание почек, а не предварительное хроническое заболевание почек, а хроническое заболевание почек стадия 3. Если вы помните ее данные, 175 мм трутутного столба было ее артериальное давление, и помните также наши данные по белку и креатинину. Верно? Так, как мы будем лечить без? И что мы здесь заключаем? Вполне вероятно, что здесь в случае без мы имеем третью стадию хронической болезни почек. Что мы будем делать? Здесь представлены все руководства по стадированию, и на основании этих стадий мы будем выполнять терапию стадии 2, а далее посмотрим также и руководство по стадии 3. Мы будем, как и в случае с Молли, изучать первичное заболевание. Нам, безусловно, важно понять ее артериальное давление. И если мы не будем проводить терапию этому пациенту, то в результате будет конечное поражение органа. Соответственно, уровень фосфора нам надо выдерживать в норме. И вести это можно либо посредством питания, диеты, которая будет сбалансирована по уровню белка и фосфора. Но если наши параметры пойдут слишком высоко, то мы в терапию можем скорректировать. Также мы не будем использовать нефротоксичные препараты для этой пациентки. Вполне возможно, здесь будут до- или постренальные аномальные проявления, и необходимо также иметь доступ к питьевой воде постоянно. Также нам нужно терапевтическое питание по поводу почек для без. Здесь не только немного снижен белок будет, но и более комплексно нужно подобрать ей на терапию. Если начнется анемия, это необходимо будет лечить. И если начнется рвота, это повлияет на ее возможность есть и ограничит количество потребляемых калорий. Это важно, потому что она уже и так теряет вес. Очень важно учитывать питание при ведении этого заболевания. Также, вполне возможно, вам нужно будет назначить подкожную инъекционную терапию. И существует ряд вещей, которые здесь нам нужно будет рассмотреть. И в последней части нашего сегодняшнего семинара мы поговорим о том, какие преимущества имеет ранняя диагностика заболеваний почек, и почему она более надежна. Дело в том, что
вы сможете выявлять это заболевание на IDEXX оборудовании на начальных стадиях. Во-первых, часто нам удается обнаружить острые и потенциально обратимые заболевания. Мы это видели в случае с Молли, где имелся сопутствующий пиелонефрит вместе с почечной дисплазией. Также мы можем часто лечить затрудняющую интерпретацию патологии. Мы можем предотвращать острое поражение при хроническом заболевании почек. И я расскажу о кейсе, который это иллюстрирует. Мы сможем более эффективно выявлять и лечить сопутствующие заболевания. Когда мы говорим о терапии гипотиреоидизма у кошек, мы более подробно еще об этом скажем. Я думаю, что в основном люди согласятся с тем, что гораздо проще лечить пациентов, когда мы можем диагностировать заболевания на раннем этапе, потому что они значительно более вероятно тогда будут жить дольше, веселее и счастливее. И если мы можем отложить прогрессирование хронического заболевания почек, мы сможем на самом деле повысить и шансы на выживание, используя наши руководства. Ну и, наконец, ранняя диагностика дает нам возможность проводить более тщательный и тесный мониторинг этих пациентов и вмешиваться на более раннем этапе с терапией по мере прогрессирования заболевания. Когда мы думаем об обнаружении активного и потенциально обратимого заболевания, в некоторых ситуациях вы можете задуматься вот о таком кейсе, как представлен здесь слева. Это результаты собаки, у которой был креатинин в норме, и высокая СДМА 23. Что мы заметили? У этой собаки очень высокое соотношение креатинина и белка, и здесь мы имеем болезнь Кванта. При тубулярном заболевании, как, например, лептоспироз, мы также видим повышенные СДМА. И, как мы видели, в случае с Молли были данные в поддержку пиелонефрита. На показателе СДМА-20 мы уже видели эти данные. И также в дополнение мы видели мочекаменную болезнь, которая, безусловно, нас настораживает, и нам необходимо к ней обратиться. В этом году доктор Джин Холл из Ориганского университета опубликовала статью, где она сопоставляла СДМА и креатинин и оценивала их прогностические значения для того, чтобы понять, есть ли инкременты у пациента. И очень многие кошки из ее изученных проявляли увеличение СДМА до увеличения креатинина в случае, если есть камни в моче. Доктор Джин Холл написала эту статью. Она доступна в общественной библиотеке, и вы можете по тщательно это изучить. А вот это другой кейс. Рис Эйерс. 16-летняя домашняя краткошерстная стерилизованная самка. Была она приведена к врачу для ежегодного осмотра регулярно. В ванном она чувствует себя хорошо. Физикальное обследование не проявляет ничего знаменательного. Из ее диагностических результатов самое важное то, что креатинин был в норме. АМК чуть повышен в эрифренном интервале. Низкий удельный вес мочи 1,018. И активный маркированный осадок в моче более 100 лейкоцитов в поле зрения и выраженная бактериурия. Что интересно, результат IDEXX SDMA 19 микрограмм на децилитр. Значит, мы провели посев мочи на флору и чувствительность. Собран был анализ цистоцинтеза. И что мы видим здесь? Мы видим достаточно существенную колонию Escherichia coli, которая очень устойчива к амоксициллину и амоксициллину с клавулоновой кислотой. Соответственно, мы в дополнение к тесту, который должен был быть рассмотрен как опция, но не был проведен здесь, предлагалось бы абдоминальное ультразвуковое исследование, потому что я хотела бы исключить пиелонефрит. Кошке 16 лет, и у нее очень сильная инфекция
мочеводящих путей низших. Но это не было проведено. У животного заболевания почек всегда очень важно рассмотреть артериальное давление, потому что здесь может иметься гипертензия. Поэтому давление необходимо измерить, но этого сделано не было. Напротив, она получала Клавомокс два раза в день в течение одного месяца. Это амоксициллин с клавулановой кислотой. И что мы узнаем при повторном анализе крови? Через один месяц посев мочи был отрицательным, то есть, соответственно, разрастание бактериального не наблюдалось. А после терапии инфекции низших мочевыводящих путей мы увидели улучшение СДМА. Показатель вышел с 19 на 15. По-прежнему он оставался аномалией, но существенно улучшился благодаря тому, что была пролечена сочетанная инфекция. Итак, что за диагноз мы выставляем? Я подозреваю, что это был случай пиелонефрита. Это очень хороший пример, который показывает нам, что у этой пациентки имелось активное поражение на фоне хронической болезни почек. Иными словами, острое заболевание на фоне хронического, и тогда какое длительное лечение мы можем предложить этой пациентке. Уже имелась хроническая болезнь почек второй стадии по классификации IRIS. Здесь необходимо было включить назначение лечебной диеты, как всегда при заболевании почек. Значит, нам нужно будет проверить ее посев мочи и делать это в течение трех последовательных месяцев, а дальше нам необходимо выполнять необходимый диагностический минимум, а также посев мочи каждые 3 месяца. Почему СДМА имеет такое важное значение для именно этой кошки? Поскольку у нее повышен СДМА, хочется думать так. Мы можем диагностировать и лечить подозреваемый пиелонефрит, потому что таким образом мы сможем улучшить функцию почек у рис, зная, что у нее болезнь почек второй стадии. Что насчет лечения патологии, затрудняющих диагноз? Если у нас есть сильное обезвоживание, то скорость клубочковой фильтрации будет снижена, и СДМА также. Таким образом, начиная жидкостную терапию, чем скорее, тем лучше, мы можем пациентке помочь. Если у пациентов имеется протеинурия, я предложила бы начало терапии этим пациентам раньше на уровне 0,5 и 0,4 СПК, соответственно, у собак и кошек. Значит, протеинурия, дегидрация и гипертензия. Все это может быть состояниями, которые затрудняют диагностику. И это именно то, что мы сможем обнаружить и тогда предотвратить многие системные результаты, которые у вас последуют после нелечения этих факторов: протеинурия, артериальная гипертензия и обезвоживание. Далее. Предотвращение острого поражения при хроническом заболевании почек. Мы уже смотрели на рис с ее пиелонефритом. Немного говорили и о Молли. Мы могли бы поддержать функцию почек Молли максимально качественным образом, адаптируя протокол, понимая, что у этого щенка почечная дисплазия. Иными словами, если мы знаем, что имеется заболевание почек посредством диагностики и видения высоких показателей СДМА, мы можем предотвратить предотвращение острого поражения, возможно, при хроническом заболевании почек. Также мы будем очень аккуратны насчет использования нефротоксичных препаратов и также насчет нестероидных противовоспалительных препаратов. Но, безусловно, мы можем своей целью делать применение минимальной дозы и также вводить другой многомодальный протокол обезболивания для пациента. И также, конечно, мы должны лечить и до- и постренальные аномалии, когда они возникают. Потому что если у вас возникает животное с хронической болезнью почек, и вы видите, что кот перестал есть или его рвет, и, возможно, обезвоживание, и может начаться допочечная изотемия, помимо той, которая уже существовала,
то, конечно, это состояние надо облегчить. Чем скорее, тем лучше. Также мы гораздо более эффективно сможем ввести сопутствующие заболевания. Об этом мы будем уже говорить на нашем следующем семинаре по гипертиреоидизму. А здесь, я думаю, в этом зале мы все, поскольку ветеринары, делаем то, что делаем. И именно потому, что мы хотим нашим владельцам предложить самый лучший выбор того, что можно сделать для того, чтобы максимальное время прожить со своим животным и дать возможность для более длинной и счастливой жизни. Таким образом, ранняя диагностика действительно очень помогает, потому что благодаря ей мы, как ветеринары, работать станем значительно лучше и значительно больше поможем нашим врачам. Также существует очень много разных препаратов. Существуют антиоксиданты, противорвотные препараты, существует подкожная жидкостная терапия, существует антигипертензивная терапия, как это было с весом. Ладипин, например, был назначен вес для того, чтобы ввести ее артериальное давление. Все это типы терапии, которые нужны для того, чтобы отсрочить наступление хронического заболевания почек и улучшить выживание. Дальше, если вы действуете по руководствам стадирования и терапии, я вам очень советую пойти на сайт и загрузить последние руководства, потому что они были скорректированы, и они совершенно замечательные. Замечательные, и все их мы можем использовать как стандарт помощи нашим пациентам. А как же это сделать? Теперь, когда мы смотрим данные, которые сегодня имеются, единственная терапия, которая действительно была показана как улучшающая выживаемость и качество жизни и у кошек, и у собак с хронической болезнью почек, это почечное терапевтическое питание. Существует ряд компаний, которые такую формулу производят. И на самом деле это одна из областей, где существуют рецензированные публикации, которые поддерживают эти исследования. И мы знаем, что питание действительно пациентам помогает настолько рано, как даже на первом этапе хронической болезни почек, которую вы можете диагностировать, когда у вас имеется эздема. А что это, собственно, за питание? Ну, исторически, я думаю, когда мы думали о питании почечном, мы думали об ограничении белка, но сейчас почечное питание – это гораздо большее контролируемое белковое питание. Не только контролируется протеин, но и фосфор. Все сбалансировано по омега-3 жирным кислотам, все сбалансировано по поддержанию кислотности у этих пациентов, и они значительно сегодня вкуснее представлены производителями кормов, чем были раньше. Поэтому я очень призываю вас пообщаться со многими из них для того, чтобы определиться, какое именно питание будет более адекватно для ваших пациентов. Ну и, наконец, мы действительно хотим сделать все, чтобы мы могли более тесно мониторить этих пациентов и вмешиваться с адекватной терапией на раннем этапе, потому что по мере того, как прогрессирует это заболевание, мы сможем добавлять все больше и больше терапевтических шагов в наши протоколы, что дать возможность улучшить выживаемость и качество жизни этих животных. И группа IRIS провела совершенно прекрасную работу по производству великолепных руководств для нас. И, пожалуй, вот последний слайд на этой части семинара будет посвящен тому, что мне хотелось бы, чтобы вы с этого семинара вынесли. Тест IDEX SDMA более надежный, чем креатинин-тест, потому что SDMA повышается раньше, чем креатинин. Он не зависит от сухой мышечной массы, он не зависит от других сопутствующих заболеваний и от продвинутого возраста животного. Когда мы рассматриваем вероятность наличия болезни почек, оценивать нам нужно не только клиническую картину, анамнез и признаки, но также и диагностические показатели. И дальше нам нужно подумать о том, что мы хотим сделать дополнительно в плане обследования для того, чтобы понять, есть ли у этого пациента острое поражение почек или хроническая болезнь почек, или даже, может быть,
острый процесс и хронический процесс в сочетании. После того, как мы с вами разобрали эти кейсы, я надеюсь, вы действительно сможете осознать, что есть преимущества диагностики заболевания почек на раннем этапе, и что ранняя терапия значительно проще для всех нас, не только для ветеринаров и для владельцев, но также и для животных. Результаты будут лучше, потому что если мы начнем назначать это питание животным, когда они еще хотят есть, то будет гораздо проще их переводить на это питание, чем переводить их в ходу заболевания, когда им уже не хочется есть, когда у них наступает анорексия или начинается рвота, а нам нужно, чтобы они ели это питание. Поэтому очень важно, что ранняя диагностика поможет вам вести животное более долгосрочно. Ну и на этом благодарю вас за внимание. У нас будет небольшой перерывчик, а потом мы с вами вернемся на следующий семинар.